данном видео мы рассмотрим набедренную сумку для корма фирмы Trixie. Размеры сумки 18 на 20 на 14 сантиметров. Сделана сумка из нейлона. Рассматривая, из каких деталей состоит сумка, можно заметить передний большой мешок, который закрывается на шнурок. Боковой карман для мобильного телефона или мелких вещей. Два кармана на молнии, размеры которых примерно 14 на 20 сантиметров и 12 на 13 сантиметров. Эта сумка является незаменимым атрибутом для хозяев, которые любят активно проводить время со своим животным. Боковой карман для быстрого доступа. Тонкий карман для молнии. А также светоотражающая полоска. Сумка имеет два регулируемых ремня. Один из них предназначен для крепления чуть ниже талии, второй предназначен для крепления на ноге. Ремень, который крепится ниже живота, может достигать объемов от 57 до 138 см.